ремарочка такая по поводу консервации. Принесли доску, залито парафином очень тонким слоем. В результате то, о чем писал один из зрителей, да, канала, что волдыри, скользяки есть, но их видно под... Вот так вот, если смотреть, то видно, что где-то пошли волдыри, да, вон вдоль буквы видно, приклеено глубоко, а здесь пузырь пошел, то есть много пузырей пошло под клеем. Неприятный момент, но, в принципе, ладно, там зашлифуем, ну, нехорошо. То есть парафин был нанесен слишком тонким слоем, то есть пришли немножко скользячку, где-то поры закупорились, придется это дело вскрывать, все. Дальше неправильный момент. Это то, что запарафинено было поверх ржавчины, поверх неточного канта. То есть кант здесь у нас, как вот, ну, не знаю, там, как вам показать. Обычно говорят, вот там ногтем проведи, то есть он будет должен слезать. Да, ноготь сейчас слезает, хорошо. Только вот если вести пальцем, то зуб на канте, уже металл, облой, да, он слез на ту сторону, то есть вот сюда пальцем ведешь, он зацепляется прям, вот, во, нашел, как показать, да, ноготь здоровый, видно хорошо, зацепляется, отсюда ведешь, не зацепляется, то есть металл таким как бы куском висит на ту сторону, кант, то есть абсолютно не заточен. Плохо, что еще присутствует немножко ржавчинка. Это нехорошо. Под парафином она никуда не денется, она только расти будет. То есть это неправильно. Плюс еще один неприятный момент, что пока я вот оттирал парафин, тряпка, если честно, ну, это фиберлен, он почернел. То есть, значит, парафин был нанесен на грязную доску. В лучшем случае ее просто водичкой протерли. Если вы хотите нормально запарафинить, законсервировать, то надо пройти либо смывочкой, хорошенько ее вычистить, либо там, ну, бензин калоша посоветовали, там, типа, что тоже годится, ну, может быть. Вычистить сначала базу, да, то есть можно пройти теплым парафином, снять это все, потом нанести там какой-нибудь привычный, к которому вы все время катаетесь, и вот уже толстый слой под ним уже оставить на лето. Тогда это будет хорошо. То, что сделано было на этот сезон, это, в общем-то, не... Ну, не знаю, единственное, от чего оно спасло, это от окислов. В лучшем случае, но, опять же, количество грязи, которое было под парафином, оно не особо-то радует. То есть грязь все равно была. Сейчас мне придется точить канты. Перед заточкой я уже для себя сделал правило, что я убираю весь парафин с доски, чтобы она была чистая, чтобы, ну, не забивался инструмент быстро, не засаливался, чтобы не прилипала стружка к парафину. То есть я делаю насухо. Вот. То в таком режиме получается меньше грязи остается в скользяке. Ну, по крайней мере, это вот я вот так заметил для себя. То есть мне пришлось сейчас удалить весь парафин и, так сказать, подсушить скользяк. То есть в итоге все лето, что он там стоял в парафине, это все пошло на смарку. То есть это была неправильная консервация, так делать не надо. То есть если вы хотите законсервировать хорошо, то вы готовите канты, вы готовите базу. То есть если вы не планируете вообще чистить, точить канты, то просто чистите базу. Теплым парафином, допустим, снимаете всю грязь. После этого наносите парафин, в котором у вас будет доска храниться. Просто так вот тоненьким слоем намазать свечкой. И плюс к тому же, если вы еще утюгом его пережарите, да, что останутся такие вот пузыри, ничего хорошего в этом нет. То есть это не очень правильно. Так что учимся, учимся, ребята. Я учусь, и вы учитесь общаться со своими спортивными снарядами.